Всем привет, с вами NXDBO, и мы сегодня поиграем в игру под названием Roblox. Режим называется 3008. Сегодня я буду строить не какой-то там икеевский особняк, а, можно сказать, настоящий икеевский замок. Не забывайте подписка, лайк, колокольчик. Ну а я начинаю. Поехали! Замок будет стоять вот на месте вот этих стеллажей. Но не буду отвлекать. Погнали! We'll be right back.
этот замок. Здесь у нас вот такой вот вход. Ну, довольно-таки простенький, ничего особенного. Здесь у нас лежит оружие, так как с недавнего обновления добавили оружие. С ним, к сожалению, вроде бы как ничего нельзя делать. Продолжаем. Здесь у нас сидит игрушечка. Вот такая вот миленькая игрушечка. И два стулика. Здесь диван, снайперка. Здесь у нас еда. Вот тут банан лежит, конфетка, шоколад, кола, печенька, яблочко, скала самое главное. И можно посмотреть, что происходит на улице. Поднимаемся, и здесь у нас таких два уютных стульчика с уютным столиком, с уютной лапочкой, с пистолетом и с водичкой. А теперь поднимаемся на башню. И здесь у нас вот такой вот стул с ракетной установкой. Ну, такой сидишь, попиваешь чай, видишь, там наступает Кинг. Кинг — это такой, ну, босс, думаю, вы знаете. И стреляешь по нему, и все идеально. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!